Директор школы самбо 70 Ринат Лайшев сообщил, что ему надоело обсуждать вопрос возвращения Алены Косторной к Этери Тутберидзе. «Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе. Кто там перешла, не дошла. Мне это надоело. У нас вот девочка к Олимпийским играм по художественной гимнастике готовится. Очень много талантливых детей в самых разных видах спорта. А мы тут с вами как сплетники, все Косторное обсуждаем. У всех великих спортсменов непростые отношения с великими тренерами. Тут ничего нового нет. Это касается всех видов спорта. Говорить надо не про Косторную, а про Анну Щербакову, которая стала чемпионкой мира», — сказал Лайшев.